Здравствуйте, меня зовут Бородина Наталья Игоревна. Я работаю тренером-хореографом в международной детской школе «Счастливая гимнастика». Мне 37 лет. Я закончила Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Я выпускница хореографического коллектива «Балери» города Сосновоборска. С 16 лет я уже пыталась работать с детьми, пыталась понять, что это такое, насколько вообще это интересно или неинтересно. Как-то вот внутри всегда себя всегда понимала, что вот эта вот любовь какая-то к детям, она особенная. Поэтому, наверное, что бы ни происходило в моей жизни, вот как-то вот меня все равно всегда возвращало к детям. На данном этапе жизни я безумно рада, что вновь я работаю с детьми. У меня есть такая возможность работать в международной детской школе «Счастливая гимнастика». Это незабываемые ощущения, непередаваемые. Безумный поток энергии, который исходит от детей. То есть я могу быть в плохом настроении или там, допустим, у меня что-то не так. Я прихожу, и я получаю какое-то колоссальное удовлетворение от того, что я общаюсь с ними. И вот эти безумные какие-то самые счастливые обнимашки в конце занятия, вот этот обмен энергией, это просто вот стоит, наверное, даже мурашками покрылась, стоит, наверное, просто испытать хоть раз. Если у вас есть ребенок, то, наверное, вы знаете, о чем я говорю сейчас. Поэтому, наверное, тренер и человек, который занимается с детьми, он должен быть, наверное, очень добрым, искренним, открытым человеком. И в то же время это большая ответственность, потому что, приводя своих детей к нам, мы сделаем все возможное, чтобы они были самые счастливые дети. Поможем вам раскрыть те, наверное, грани, которые, может быть, изначально уже были заложены в ваших детях. Поэтому мы будем рады видеть ваших детей у нас на занятиях.